Приветствую вас, дорогие подписчики, зрители моего канала. Продолжаем обзор интересных монет. И сегодня вашему вниманию предлагается монета 3 пенса 1967 года. Интересно тем, что она не круглая, а 12-угольная. На аверсе монеты мы видим изображение Елизаветы II, королевы Британии в молодом возрасте, с оливковой ветвью на голове вместо короны. И надписи, соответственно, Элизабет II, Dei Gratia Regina. Вот. Ну и обратимся теперь к реверсу монеты. Вот так шикарно выглядит реверс монеты. Здесь мы видим ворота замковые с цепями по краям. Сверху корона. По бокам надписи 3 пенсы. И внизу дата 1967. Материал монеты никелевая латунь, гурт гладкий, отношение аверса с реверсом медальное, вес монеты 6,86 грамма, диаметр монеты 21,6 миллиметра, толщина 2,3 миллиметра. Выпускались монеты такого типа с 1954 по 1970 год. Вот такая красивейшая монета. Смотрится очень хорошо. Всем пока, до новых обзоров и удачи!